Глупый парень. Бодрое начало. Ты глупый или что-то? Он что-то, да. Директор крякнул на него. Какой милый директор. Да ладно, не плачь, все нормально будет. На самом деле нет. Ой-ой-ой. Нет, плачь. Не надо, дядя! Ну можно и так. Блин, я обожаю этот крик. Котик, прекращай. Ты позоришь семью. Батя лох года. Это реально смешно. Раздолбай, как заходит этот парень. Да, банановую кожуру просто любит вместо шапки. Здрасте, друзья, с вами Декарт. Ну, собственно, как вы догадались, это глупый парень от крутого папы, но это RYTP. Это как бы пупы, ремиксы, забавные, смешные, с монтажиком. В общем, надеюсь, вам понравится. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик и поехали. Алфавит с крутым папой. Авторитет. Б, так, батя. Понимаем. Познавательное видео, изучаем буковки. Воду вот изучаем. Буква Г. Глупый парень, глупый логично. Глупый парень. Все это знают. Буква дымок, да. А, и пошли по кругу. Буква А. А, вот оно как. И пошли по кругу, да. Ну что, это было интересно. А, вторая серия. Бедолага. Сколько? Не так и много, наверное. Пошел он пройдоха. К ночи стало холодно. Не ласково встретил. Типичные бомжи. Ну, не совсем типичные. Вы знаете, большинство бомжей, которых я видел в своей жизни, не выглядели как ребята из Роблокса. Вот как-то так получается. Ах ты наглая спана, нафига пришел сюда? Вот этот эффект балдежный, конечно. Хорошо. Сымитировал собачку, да? Все. Сидим, отдыхаем, расслабляемся, да? Я работаю, а ты еще не буду спать в коробке. Тот ведь дядя взял его в кафешку поработать. Мужик спрыгнулся, да? Говно. Поручил посуду, парень включил воду. Говно. Но я надеюсь, все-таки там было не говно. Я надеюсь, что это, знаете, не кафе имени Зеленого Слоника, то есть было бы страшно. Так. Невежливый работодатель. Вот это дотер. Дотер полы до полного, что называется, катарсис. Хорош, нормально. Буква. Алфавит. А, еды. О, арбузик какой там милый. Жизнь чертихой нелегко. Готовить и стирать. Я думал, сейчас будет прикол, типа он скажет, жопа какая моя жизнь. Вот не будьте глупым парнем, да? З. Закалю паскуда. Вот это боевая женщина. И решился на побег, да? Так, буква К. А, ну это да, это святое. Надоело. Четвертая серия. Да, работает дело такое. Ну давай. Хорош, посуетился от души. Именно с таким лицом хотят срубить бабла, да. Это лицо. Боже мой. У него прыщи даже сквозь маску видны. Еще сильно. Конечно, автор. Ты еще спрашиваешь. Вот, алфавит. Поехали. Буква Л. Проблему порешал. Последнее. Чего еще раз? Глубок, подождите, перезагрузить сейчас. Буква Л. Людей проблему порешал. Людей! Я понял. Буква Л. Так. Мой девиз теперь простой. Помогай любой ценой. Же наизусть знаю. Нафига пришел сюда. Он не успел ответить. Остров необитаемый, пусть он с голоду помрет. Кошмар. П. Поразмысли хорошенько, я готов хоть вечно ждать. Последнее. Блин, какой милый вот этот катан получился у крутого папы. Вот это реально мой любимый персонаж. Вот этот котище, вот этот вот, как его, Мурлайн, да, он просто потрясающий. О, смотрите, звездочки, как в GTA, что тут происходит. Глупый парень, пятая серия, поехали. Оказался глупый парень. Ох, вот эта тюрьма у них веселая. Именно с таким звуком.
чистит щеткой ноги авторитетом, да. Вот это я понимаю, сейчас будет. Сейчас будет цензура от меня, да. Угу. Не одобряем такое, конечно. 6 звезд сразу. Чел, какие 6 звезд? Ты уже в тюрьме! Вот это поворот! Ага. Красава. Страшно, очень страшно. Это правда. Художник старается, сразу видно. Просто спидран по татуировкам, понимаете? Буква Р. Ну-ка. Буква молвил как боженька. Стойте, он мне нравится. Попробуй, не послушайся, да? Буква Т. Так. Тетя Галя весом 200 килограмм. Внезапно! Затесалось. Найдите лишний кадр, как говорится, да? Лишний фрагмент. Формирование. Новое слово изучаем. О, это желание я понимаю, дружище, да. Буква Х сейчас в данном случае объединяет, наверное, и этого автора, и меня, и крутого папу, и вообще всех. Широкий глупый парень идет, да. А. Чифир, напиток, понял. Ну, я и так знал, что это, да. Ой. Но забыл снять штаны. У меня есть такой план. Вы дурак. Я полетел в Америку. Куда? Да-да-да. Какой плохой мальчик. Там тебя ждет успех. Ладно, не урчи, сейчас разберемся. И догоните меня! Ай, меня снайпнули! Плохой мальчик. Плохой мальчик, сказали ему на стуле, да. Пожили и хватит. Вы были... Вот эта вставка была просто мега в тему. Просто офигенно. Пожили и хватит. А действительно, а чё, собственно, куда еще, да? Я, кстати, вот не удержусь. Песня «Мама киллер». Это что такое? Кто в ночи с винтовкой рыщет караулит цель? Я как бы видел, что у крутого папы там серии эти есть, я их не смотрел еще. Треки готовит для своих детей. Ну, звучит прикольно. Ты думал спрятаться, она найдет. Черный плащ, киллер, только свистни, он появится. Ой-ой-ой. Мамой внезапно стал. Черный плащ! Только свистни, пол меняется! Черный плащ! Хорош вообще! Вот это рифма! Рифма была хороша! Да, трупак, секрет, кэш. Идеальная рифма, но все равно смешно. Переходите вот сюда, пожалуйста. Вот для вас будет новый видосик вот здесь. Если этот вам зашел, этот тоже зайдет. Тоже крутой папа, моя реакция на него. Поэтому переходите, не пожалеете. Всем счастливо, удачи, пока, увидимся вот тут.